Салат из печени трески за 5 минут из консерв. Последние дни нас массированно бомбят, и не всегда мы успеваем приготовить еду для наших детей. Предлагаю вам салат за 5 минут из консерв. Погнали! Нам понадобится печень трески. Вытаскиваем всю печень трески, пока без масла. Потом мы масло добавим, если нам понадобится. Немножечко мнем. 4 вареных яйца. И просто нарезаем. Кукуруза у меня здесь 300 грамм. Один огурец нарезаем мелко. Половина маленького лука, а то и четверть. По вкусу. Нарезаем мелко. Укроп пол небольшого пучка. Очень мелко нарезаем. И все перекладываем в наш салат. Соль. Специи, но их не должно быть много, чтобы они не перебили вкус печени трески. Черный перец. Я добавлю еще масло печени трески. Можно, конечно же, добавить майонез. Майонезом я не пользуюсь. У меня будет масло печени трески. Мне кажется, намного полезнее. Очень полезный салат у нас.